Сегодня 17 июля. Вот устанавливают балки, на которые опираться фермы будут. Вот подготовили. Вот оставляются фермы будут. Наварили специально. Барабаш, Игорь Александрович, Николай Подгун. Как они будут строить? Да, вручную подтягивают. Теперь надо ребятам вот эту штуку опускать вверх. Да. Побежал за сварщиком. А кто за сварщиком? А тут тогда будут поднимать его. А то, чтобы не вываливались стенки, промежуточные столбы. Думаю, что за сварщика пригласили? Кто варит-то там? А там, наверное, Еремия.
работа. Никогда не прогоню, снимай где-нибудь. Сережа, иди сюда. Уже время как будет, если все свалит, так что сделать, примотать этими вот так алюминиевой проволокой, примотать тоненькие и на каком-то воздушке. Уже нельзя так. Лестницу примотать? Ну вот эти ступеньки-то. Да под ними еще, может быть, вторые сделать, чтобы не вырвалось, не упало. Он наступает на нее, а на кого? Совершенно это, техника безопасности не соблюдается. Это же недолго. Или мне не пробовали, что ну, как делают крест-накрест перехватить каждую ступеньку. Он стоит на ней. На чем стоит-то? Это оттуда упадет и переломает ноги и все. И по палочке набить еще внизу, чтобы двойная была. Сейчас он сварит, когда я скажу. А Елена там что делает? Ищет все еще? Он вот эти уголки приваривает. К этим уголкам потом доски. Потом усиление, чтобы не выдавило давно. Мы только что про вас вспоминали. Что это мы, говорит, работаем, никто нас не снимает. Да почему? Сказали, что позвонили, мы договорились. Я тут приехал просто сам по себе. Печку там большую в Никитином доме ремонтирую. Я оттуда добегом. Я тебе скажу. Вот здесь вот надо вторые палочки набить и проволоку прикрутить. Технику безопасности совершенно не соблюдаешь. Стоишь она вот это вот, тоже ну никакая. Я все перекрутил, я все новые гвозди перебил туда. Я все их подремонтировал. Нет, я и ту делал. Я их все забил, они крепко-крепко. Да ну кого-то крепко. Второй такой рядом, забей ее и проволокой прикрутить. Тяжело их поднимать. Она так тяжело. Вон, я в прошлом году ее сделал. Ты оттуда упадешь прямо на железку. Вот тяжело будет поднимать ты. Послушай меня. Вдвоем поднимет. Ну, какая же я тут? Что ты? Терентий, вот здесь надо вторую прибить и проволокой прикрутить. Он нависит на волоске, отец. Ну, разве можно? Гляди, на какой высоте. Он упадет на железо, сразу переломает все. А в свободное время он может это сделать сам. На два гвоздя. Ну какая на два гвоздя-то? Ну посмотри, вот она сучок. Сучок он же не держит еще. Сегодня вы говорите два гвоздя, а когда упадет, тогда не... все по сторонам как суслики побежите. Я прорабом работал, это тюрьма. Инженер по технике безопасности, он только за этим смотрит. Доделайте сами. Да. Ну, землю покупаю. Обязательно надо. Так что делайте сами. Смотрите, Лёш. Третий столб. Третий столб. Вон он, тут третий столб. 6 сантиметров позвонить надо. Или так и лукаете, как есть. Или надо...
Вот, детонируем. Мою, Господи, благослови их. Тяжело поднимать. Что это за ответ? Тяжело поднимать человека, когда он разобьется. А это... Видишь, как они наварили заранее. Сюда первое вставляется, прикручивается. Все это вырежешь.